Самое время переставать есть и задуматься о фигуре. Тем более, глядя на звездных красоток, которые после напряженного декабря нежатся на солнце. Ани Лорак все чаще демонстрирует идеальное тело в бикини. К слову, Каролина каждое утро перед тем, как встать из постели, качает пресс. Не отказывается от спорта в отпуске инстагерл Анастасия Решетова, призывая своих подписчиц следить за питанием, даже когда в путевку все включено. Рита Дакота и 3 месяца не вытерпела, чтобы не показать подписчикам возвращающуюся после родов фигуру. Но главный лидер мотивации – супруга Джигана Оксана Самойлова. Их 3-й дочке нет еще и года, а тело мамы достойно обложек мужских журналов, которое грех не показывать на заграничных пляжах, где частенько отдыхает семья артиста.